24/7 TV. These are recordings from Sartan near Mariupol. There has been shot three times from the hail by the Russian occupiers. There are no more houses which can be used to live inside. Almost everything has been burned. Is this what liberation from Putin looks like? The civilians have been fleeing in order to survive the attacks from the Russian occupants. Write in the comments about your opinions related to this video. Там он попало, развалилось все. Орвала дом. Тут он полностью. Пидары, блин. Люди были в подвале и выжили. Слава Богу, в этом доме. Что? Нет, только поехал он до Коли сказать кое-что там надо. Позвонить мне надо было, поехал позвонить, блядь. Да пиздец. А что вы ждете? Да ну, блядь, еще раз пролетит, блядь, пиздец нахуй. А что они ищут, я не могу понять здесь, по мирному... Где одни гражданские, блядь, ебаный у нас? Коль, я ничего делать не буду сейчас. Нет. Надо сюда решать с ними или вывозить отсюда, или что. Нахуй, ну надо, блядь, делать. Спокойно. Да там тоже, блядь, будет спокойно. Ну, я тебе все, что мог, предложил. Блядь. Да, да, прикрывай калитку. А чё эта калитка открыта, сука? Кто-то лазил здесь. Thanks for watching this video. If you liked it, subscribe my channel. It's Mike from 24/7 TV.